Всем привет, с вами Однорукий Борис и игра Doom 2. Давно я в нее не играл, был у меня перерыв, и пора вспомнить, что я там делал, где остановился, и поэтому... Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так, что у меня тут есть? У меня есть оружие, пила, пистолет, дробовик двухствольный. Так, я там уже вижу ребят. Ой-ой-ой, тут ребята повыскакивали сразу. Здрасте. Здрасте. Так, ныряем сюда. Так, собираем быстренько все, что тут повыпадало. Так. Так, и разваливаем всех. Так, вот там еще один. Как же я так промахнулся-то? Так, вижу, понял. Так, видимо, я тут всех... А, нет, не всех. Их сразу. Так, ясно. Идем, значит, сюда. Смотрим. Дверь. О-хо-хо-хо. Тут опять у нас толпа. Которая умеет открывать двери, кстати. Толпа. Так, а вы откуда, ребята? Себе вы. Ничего себе вы. Умелые какие. Так. Эти готовы. Ой-ой-ой, там кто вылез? Ой-ой-ой. Тихо. Убегаем. Так, лечимся, так. Тут со всех сторон, оказывается, лезут, поэтому нужно на всякий случай оглядываться. Вообще-то я еще здесь не доходил, скажем так. Не добил ребят. Убил. Так, я чувствую, там жесть. Да, кстати, надо следить за моими жизнями, потому что их уже 77%. О, в темноте теперь вижу, отлично.
Так, мне теперь, да, мне теперь нужно искать аптечки, а иначе мне... Ух ты, ключик! Так, иначе мне будет... Думаю, что так, где-то здесь был вот этот злой шар. Кстати, вот и аптечки. Так, хорошо. Всех. Слушайте, вас, по-моему, там очень много, да? Тихо, не закрывайся-то. Себе. Это жесть. Так, так, так. Откуда вы все беретесь-то? Я же вас... Я же вас всех тут расстрелял. Так, ребят, давайте по одному. А то вы вообще со всех щелей лезете, и я не успеваю за вами следить. Какая-то. Не нравится мне темная комната на самом деле. О-о-о, павук. Это павук.
успел. Так, у меня неужели... Так, быстро патроны берем. Так, расстрелили. Так, что делать? И жизни мало, и патронов вообще нет. Оу, ох-ох. Все, я потратил последнюю ракету. Так, убегаем. Аптечки, отлично. Хотя бы. Так, вот, 10 ракет. Ну, хоть так. Давайте я сохранюсь. Я отсюда, наверное, пришел, да? Не могу. Open the door. Ух ты, ёп! О, это было неожиданно. Почему я его не заметил? Это вообще какой-то лютый уровень. Отсюда вышел. Да, сразу он меня тут убивает, поэтому... пробую быстро сюда. Нет, не могу. Окей. Ну... слышу какие-то шаги. А. Ох, и не нравится мне это все. Ну-ка, там что-то открылось, да? Вот я вижу аптечку. Теперь я вижу темноту. И в ней кто-то есть. Скорее. Ух. Так, здесь я сейчас похожу и пособираю патроны, потому что они мне нужны. Очень сильно нужны. Здрасте. Эх, себя.
тебя чуть не убил. Ух ты! А, я же у них не подобрал даже. Боже, они какой-то. Так, ну у меня на самом деле уже что-то есть из оружия, поэтому сохранюсь. Ох уж эти звуки. Звуки шагов. Рычание. Где-то тут близко. Так, армор, защита, берем, конечно. Так, ну-ка. Так, тут бензопила. Ракета. Нет, я не буду брать лишнюю ракету. Потому что мне как бы жизни дороже сейчас. Ничего себе. Все, убил. Куда они вообще вылезают? Так, вот эти шаги. Гиги за шаги. Ничего тут нет. В общем, гиги за шаги эти. Я точно знаю, что это павук. На самом деле я что-то с ним не готов встречаться, потому что... Так, я тут был. Жизни, чтобы встречаться с павуками. Так, здесь у нас тупик. Эту штуку, хотя я знаю, что она очень хорошая и она мне очень сильно поможет. Так, и на самом деле я как-то сюда забежал. Сбежал, как-то не знаю, как обратно выбежать. Так, похоже, мне нужно сюда.
Да, вот в эту дверку. В темную, да. Так, не могу open the door, понятно. На. Так, да. Ай-яй-яй. Убегаем отсюда. Так, где? Кто? Жахнул по мне. Так, вот. Нет, ребята, идите вы нафиг. Сейчас люто бешено бегаю за... за аптечками, если я их найду, конечно, еще. А то, может быть, я их подобрал. Вот я вас, ребята, и нашел. Так, отлично. 100 жизней. 100 жизней и много патронов. Человеческие. Так, я тут заблудился. Так, я тебя заметил. Здесь я думаю, что пора сюда валить с этого лабиринта. И куда дальше-то? Наверное, сюда. Да, я угадал. Так, здесь надо по... сильнее. Все-таки гад. Ха! Дробовика. За один выстрел. Поняли, да? Ой, я открыл... я плохое открыл. А может и хорошее? Я помню это оружие. По-моему. Так, сейчас, наверное, повылазит. Thank you.
потратил. Ну что, загружусь. Потому что такие патроны потратил. Выжил. Так, где тут мой дроподан? Я надеюсь, что 20 патронов мне будет достаточно. Сохранюсь. Отлично. Да, вот она. Так, и сейчас я опять сохранюсь. Синий ключ. Так. Еще раз сохраняюсь. Ладно, видимо, я не сюда зашел просто. Так, теперь нужно искать дверь для этого синего ключа. Так, здесь я на самом деле был. А, я, кажется, знаю, куда идти. Сейчас я... Нет, туда я заходить не буду, спасибо. Так, отлично. Ой-ой-ой, эти шаги. Гиги за шаги. Так, давайте я сейчас выйду на свет и сохранюсь. Меня на самом деле немножко очень сыкотно. Че, куда мне? Так. К мне. Пожалуй, сюда. Да, я тут определенно не был. Тихо! Такой, а? Появляешься такой, да? А, прямое попадание.
просто вот... Да, сюда надо. Так, давайте сохранюсь. Перед этим важным... Этим вот его жахну. Ой-ой-ой, у меня, кажется, заканчивается... А убежать можно? Тихо! Нифига себе. Эх. Чё-то я его никак победить не могу. Просто. Ух, я не успел. Ладно. Так, может быть нужно просто пробежать мимо. Понятно. Подожди. Ясно. Быстро. Опа. Мне кажется, что... Я что-то упустил.
возьму-ка я оружие. Так. Ой, ну что ж, ладно. Понятно. В общем, вот этот вот черт. Телепортируется каждый раз. И влабешник мне прописал. Что-то я вообще не знаю, как пройти вот эту вот часть, потому что я совсем в конце. Опа-на. Неожиданно сзади. Вы посмотрите, как он стрёмный. Как же тебя пройти, друг? Я думаю, что все-таки тут какая-то должна быть вообще легкая. Легкое прохождение, потому что... Так, он тут стоит, отстает меня. Он еще там. Отлично. А, господи, вот. А. Все, все, я теперь понял, как пройти. Так, окей. Я понял. Сейчас я быстренько делаю вот так. Отстань от меня. Идем вот так. Все, я неуязвимый, меня не убьешь. Все. Ух. Я это сделал. Я прошел этот уровень. А, как же это было непросто. Да. Refueling base. О, ладно. База refueling.
Идем дальше. Circle of Death. Круг смерти. Так, ну я уже вижу, там друг тусит. Так, давайте-ка я вот так вот осмотрюсь, спрячусь за столбик, чтобы друг наш не стрелял в нас просто так. Так, круг смерти, значит. О, значит, так, этот круг смерти я буду проходить уже в следующий раз. Вот. С вами был Однорукий Борис, который еле-еле проходит Doom 2. Вот, если вам понравилось мое прохождение кривое, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Собственно, все. Всем пока.